Итак, дорогие друзья, в 21-м курсе мы с вами будем писать функцию jQuery, которая будет делать лайки. У вас это нету, это я просто проверил, что все работало. И останется прописать в 22-м курсе только сам шаблон, и в принципе наши лайки заработают. Ну, а я напомню, мы с вами делали лайки как ВКонтакте. Дизайн мы договорились, вы делаете сами, то есть уже расположите как вам надо, там маленькими, кругленькими, это уже дело пятое. Главное, что у нас перезагрузки страницы работают лайки. Вот убрали лайк, а уже потом с перезагрузкой убирается фотография. Либо опять раз фотография, кто лайкнул, появилась. А сами лайки, как мы и хотели, у нас лайкаются без перезагрузки страницы. То есть при помощи Аякса. А потом уже будем переходить дальше к подпискам, редисам. Это все будет потом. Самое главное, что... мы добились, и я считаю, что это, в принципе, первое понимание, как работает Ajax Django. Вообще, я посчитал, примерно у меня получилось 154 урока с 22 курсов получится. Это только лайки, да, а потом мы уже будем писать подписки. Ну, это если подробно действительно объяснять, как это делаю я. Хорошо, ребят, ну что ж, для тех, кто начал с этого видео... Новички, начинать надо с Django на сайте spb-tut.ru. Для вас он будет выглядеть вот так. Обязательно прочитайте, хотите стать программистом, здесь я собрал статьи. И получаете пожизненный логин и пароль, начинаете заниматься, что непонятно, спрашиваете в группе, выполняете домашние задания, писать будете. Спасибо за доверие.